Вот рыбалка здесь какая-то странная. Вот днем сегодня тоже пробовал. Поймал вот такую сразу в лед хорошую красноперку. Пару плотвин таких добротных. Пяток уклеек, что на опарыша вообще не опускалось. Все на перловку. И все, как отрезало. Я-то уже губу раскатал, что у нас сейчас будет грибная уха, что там и грибы, и уха. Ну, посмотрел, что здесь еще две ондатры живут. Такие прикольные. Ну, практически ручные. Здесь сидел, сначала он сначала оттуда высунулась, потом проплыла вокруг. Ну, потом сижу, думаю, что-то у меня шуршит под ногами. Она сидит, сапог обнюхивает. Поэтому садок уже в воде не оставлял. Солить этих три рыбины тоже смысла нету. Уже так, если там уже чем-то заниматься, так заниматься. И вот сейчас тоже вот плотвичка под лещей небольшой. Уклейка и все. И отрезала. Ну красота. Ветер стих. Комаров здесь, кстати, в этом месте почти нету. Вот метров 500 дальше туда на поле. Там поле, речка впадает. И трава по пояс. Блин, там в траве вообще кошмар. А здесь вот как-то тихо, спокойно. Такие редкие комарики иногда прилетают. Но... И вверху на стоянке то же самое. Комаров практически нету. Сейчас попробуем. Раздвинул стопора, чтобы оно потихонечку падало на медленно падающую. Ну, что-то вот интересно. И она сразу уходит, когда вот пару забросов, то удочкой маханешь, пугливая рыба. Вода очень чистая. Честно говоря, не очень пока понятно. Ну что, день четвертый. Можно сказать, мне сказочно везет. Погода опять великолепная. Единственное, что ночка, конечно, сегодня была холодная. Что с утра так это даже свитер и курточку накидывал. Ну, где-то часов 6 было еще достаточно холодно. Но вот сейчас ветер стих, комаров нету. На небе не облачко, ну вообще шикарно. То есть пока фартит. Ну, с рыбалкой как-то вот сегодня не очень. Вот немножко тут Бог послал. Ну, честно говоря, от утреннего клева ожидалось большего. Как-то немножко с рассветом оно вот поклевало чуть-чуть. И все. Ну, в любом случае, уха у меня уже сегодня будет.
остался последний, пара последних штрихов. Сейчас только добавлю сюда укропчика. Всегда вожу с собой сушеный по недостатку места. Но, тем не менее, это очень здорово. Так. Перчика. Ну и, конечно же, по старой рыбацкой традиции рюмку водки. О! Сейчас это дело немножко помешаем. О, целый котелок, вон одна рыба. Что, в общем-то, и хорошо. Может, тут скажете, что неправильно не на костре. Ну, не хочется мне среди тут днем с костром заморачиваться. Лучше я еще с удочкой посижу. Может быть, еще что-то хорошее придет. Это уже на костре тогда запечь рыбки. Масло подсолнечное забыл в этот раз. Так что пожарить не получится. Все, гасим керогаз. Пару минут настоится. И можно употреблять. Ну что, вот и наступил этот долгожданный момент, которого я так долго ждал. Ой, сейчас ушицы навернем. Под ушицу святое. Ну, ваше здоровье, туристы и мотоциклисты. Завидуйте, завидуйте. Народ. Последний день бичую. Вообще, денек сегодня, конечно, задался вообще супер. Честно говоря, даже не ожидал. Вчера вечером вот ветер стих, но вообще день был прохладный. Практически полдня так проходил в свитерке. Ночь была вообще холоднющая. Меня гидробудильник тут поднял часа в три. Выскочил из палатки и, честно говоря, просто охренел. Там холодина такая была, что ну, прямо уже казалось, что зима наступила. Поэтому
валили отсюда. Это самое. А тут вот с утра было очень холодно. Из спальника вылез, так морду высунул с утра. Ну, так, часиков 6. Ой. И душа назад в спальник запросилась. Даже в свитерочке. То есть пришлось еще там камуфляжку, свитер, еще курточку наверх одевать. А тут вот разогрело, сейчас вообще Ташкент. Кстати, палатка классно встала вот в этом месте. Что солнце только чуть-чуть тут с утра цепляет. А так целый день палатка стоит в тени. Вот как летний вариант, вообще супер. Ну, сейчас вот рубану. Посмотрел, конечно, продуктов у меня осталось еще на пару дней. Так, по-богатому. Сейчас вот сделаю луковый, с последней картошки и луковицы, сделаю луковый супчик с плавленным сырком. Ну и двину в сторону дома. Тут, в принципе-то, до дома уже осталось, вот я сейчас прикинул, ну, километров 200-210. Вот отсюда. Ну, вот хочу еще там пару мест заехать, посмотреть, вот что-то. Вчера там вечером скучал, по карте лазил. Так что буду ехать еще снимать. Может, еще чего интересного я покажу. Ну вот еще вот тут завернул на полевую дорогу возле Черствят. Дорожка, конечно, ах, для машины. Это сейчас сухо, но здесь глина. Честно говоря, после дождей я сюда и на мотоцикле не шибко-то полез. Ну вот здесь маленькое озерко. Что-то на навигаторе даже названия нету на него. Это вот что. И вон дальше, похоже, Черствятская. Но все равно проеду так. Для общего развития. В общем-то, по сухому можно. А так, по глине вон. Ну, как дорожка там идет, так. Ну, меня нафиг называется. Да, а сверху было все так красиво. Ну даже дальше дергаться через этот борщом не хочу, да ну его нафиг. Ну, для машины это вообще не вариант, это только джип. Ну так, для общего развития, конечно, посмотрел место. Вон, блин, борщевник стоит. Здесь вообще какие-то залежи плантации. Уже залез тут еще суглинок, сейчас все высохло, а вообще есть такие колдобины, что даже на мотике прыгаешь. Ну еще груженый тяжело. Ладно, разворачиваемся как-то. Да. Ну так-то, конечно, красиво, блин, но ломиться через эту траву, и не дай бог дождь, то будет такая веселуха. А так красотень, конечно. Озеро в котловинке, вот это безымянное маленькое. Просто песня. Ну и вот эта горочка с глиной, конечно. Там видно, что она промытая, там, видать, хорошо течет. После дождя, ну, ездили мы уже на бусе на таком, на лебедке. Ладно, едем дальше. Ну что, больше я так особо ничего не нашел. Уже проехал Лепель. Остановился покурить. Где-то уже тут под бегом километров 120 осталось. Здесь. Ну, как-то не противно, ребят. Блин, ну такая погода стоит. Лето. Ветра нету. Без дождя. Тепло. Завтра на работу надо. Блин. Мерзость-то какая. Кто ж такую мерзость придумал-то на работу ходить? Особенно в такую погоду. Это просто даже как-то и неприлично. Ой. Ладно, а что сделаешь?